Извините за задержку. Чат, короче, пишем. Вот, пока никого не тут сделаем. Так. Запоминайте, ребята, комбинацию. Хоп. Один тюк силоса. Захватили. Маленький пчелся. Круглый. Желательно. Ну, ладно, квадратный, в принципе. Но это вы круглые. Их интереснее делать, и их легче перевозить. Сюда. Чпок. Есть. К этому тюку силуса мы добавляем один тюк слома. Отравушки. Подожди, сено. Сломат, у нас другой точно. Черт. Взять еще. Так. Еще раз. Здесь кто-нибудь подсоединится, то, блин, как-то обидно будет. Жалко этого парня. Извини, братишка. У меня компьютер такой вот тупой. Оп, берем. А, будет надо купить эту. Оставьте в комментариях, что лучше купить вот эту аппаратуру или вот этой пользоваться. И последняя соломушка. Как раз вот солома. Что я называл сено. Давайте включим эту комбинацию, чтобы наменить. Топ. Спустить шпоры. Стоп. Все пониже. Оп. Охватили. Тук. Погрузили тук. Так что все ссылки на эту игру. Ссылки на мои каналы. На мое все будет в описании к этому видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно. Чпок. Окей, Google. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так. Ну ладно, посмотрим. Зажмем. Оп, у нас ровная пропорция получилась с вами. Давайте добавим еще. Тогда сколько там придет? 120. Ну, тем можно еще добавить. Давайте добавим еще, если позволяет это Все, потеку. Давай вперед. Так, вперед. Пускаем. Короче, я пока под этим видео будет написано, что набираю рабочую силу в свою игру. Ну, как на фирме. Так что ищите меня в Стиме, ставьте в Ютубе. Ссылки на Skype у меня в описании к Ютубу. Ну, Ютуб нам по старым настройках Ютуба. Как я сказать, не знаю. Короче, ищите. Не забывайте лайкать мои видео. Буду вот так вот сетевой включать на широк. Записывать. Опа, нам уже подсоединяется. Ну давай, друг. Кстати, это, по-моему, тот же, который тогда к нам подсоединился. Да-да. Он, наверное, так я звучу. А, это мы сейчас с вами тоже загрузим. Сейчас. Оп. Окей. Подождем тогда. Ждем.
Я пока ускорил на троечку, на тридцалочку. Осталось нам только солому погрузить. И посмотрим, что у нас получилось с вами. Главное, чтобы игра опять не вылетела. Но вообще теплый. Ну, не должно так быть. Настя ж форточку такой. Сыграю с форточкой нормально. Давай, друг, соединяйся, что ли. Ну, давай. Ну вот, он подсоединился, отлично. Да? Чё он там? Блин, чё он написал? А, ну понятно. Ой! Напишем ему бывает. Давай. Нет, только нет. Нормально, все еще туманчик. Это вообще хорошо. А там, по-моему, последняя пропорция должна быть. Чем мы так? А кто у тебя тут похозяйничал? Фокус, а? Чпок! Сейчас напишем. Такс. Раскладка не подвела. Окей. Блин. И такой написал. Пись. Сказал, пись. Вот. Ну, а все равно как-то... Ну, у нас все равно в пропорциях с вами, смотрите, получилось. Ладно, давайте это мы отведем пока. С вами. Нож по грани подвела опять. Смотрим, где он. А, он там, на этом. Чё он так медлит? Нет. Нормально. Зацепились, нет. Только не это. Нормально. Фу, отцепились, слава богу. Нормально. Так. Чё мы тут имеем? Ладно, пусть она у нас стоит вот тут. Стой! ДТП, стой. Так. Это, наверное, ну... Ладно, потом его добавлю. Сейчас не хочу отвлекаться пока. Так что, да. Так, где у нас? Все в клавишах путаюсь, в разных играх по-разному все происходит.
Давайте-ка заедем к нашей свеколке. Посмотрим, как она поживает. Что за бум-бум был? Да, давайте-ка мы. Все созревает, что так долго все созревает у нас. Это надо сейчас созревать. Ну-ка. Да, развивает. Нет, джипчик. А он, джипчик. О, он, кстати. Нет, не он. Где он тут? О! А, блин. Спасибо, напишем. Какие я найду там, блин? А что там делаешь сюда? Понятно. Так, ну что вот еще? А, это сделано. Сейчас на щеку уже, ребята, пройдемся немножко. Это на счет включить. Сейчас посмотрим, что мы тут имеем. Чё? English. А, язык English, он английский. Ясненько. Но скоро созреет. 35-е, 32-е поле. Напишем ему. Даю. Ай, громадей. Напишем так, два. Поля. Ну, очень сильно. Ну, ладно, терпимо, короче, да? Скоро можно будет выбрать, ребята. Это отлично.
Где он ушел? Где он? А, кажется, вон он здесь. Он здесь, ну отлично. Сейчас мы вышли. Ничего не лагает, хотя на записи стоит. Ну, могу остановить так-то, в принципе. О, что такое? А, это автосохранение сработало. Это не страшно. Пишем сейчас. Сосу. Да я, наверное, вижу. Как ты можешь видеть-то? Эй, ты! Хватит уже глючить. Оп-оп. Та-та-та-та. Ну чем займёшься, говоришь? О, у тебя, кстати, тебя поспел, давай соберём. Ай, куда перепрыгнуто? Давай, заводи шарманку. Завожу. Хотя у тебя так все скудно здесь. У меня-то видел, как все развито. Лохос мой. Ну, поехали. Я сидел только, видел себя, что стронусь. Что, глючит, да? Да, очень глючит, спасибо. Ой, потом... слушай, тогда лучше не едь за мной. Тогда лучше не едь за мной, я сейчас соберу сколько могу. И потом все сам проблесовки включи, я так вот им. Так, какой принцип. А, слушай, я тогда вообще на автомат поставлю, меня зовут. Да, просто предупреждаю, когда, знаешь, как автомат работает? Он как, остановится, когда соберет максимум знаю, своего этого. Я знаю. Пробусовки включит, все, я уеду. Тем более у него бункер-то маленький. У этого не маленький бункер. У этого? Знаешь, какой самый большой бункер? У гусеничного. А у тебя не гусеничный. У меня не гусеничный, но у меня второй колесный после первого. Так я знаю, у тебя там, по-моему, 12 или сколько там, 14 бункер у него. Если не... Не, по-моему, 12. Я уж точно не помню, сейчас в магазин загляну. Ну, а пока тогда... У него 6 тонн бункер. А у гусеничного, если хочешь знать, 14 тонн бункер. Так, я сейчас я посмотрю. Гараж. 6400 у меня. Я тебе говорю, у него маленький бункер-то. Ну, не такой уж и маленький. Ну да, не спорю. Тут он. Ну, интересно, почему же ты у меня лагал так? А ты меня не лагаешь? Ну, как видишь, вот, по крайней мере, не улетаю. Сейчас вот еду на тракторе, вообще изумительно. Вот, кренделя вытворяю. Знал вот эту фишку в игре? Он говорит. Какую? Аварийка. Знаю, поворотники лево, право. Так, а почему-то со светом глючит. Ну не то, что глюч, это просто не очень видно. Кстати, это ты зря поехал назад так. Чего? Дело в том, что это такая телега, ее просто так назад не сдашь. Это... А, вот так вот я... Ты кончай уже портить имущество мое.
Я задавил. А, задавил. В полицию нажалось, что ты такой... Ладно, я пошел. Ну давай. Надолго? Ну покушать. Ну давай, предупредите заранее. А у меня, кстати, завтра день рождения, если хочешь знать. А, поздравляю заранее. 26 лет стукнуть уже, прикинь. А узнать много? Я выключаюсь тогда. Из скайпа? Да. Ну выключайся. Потом включись. Не забудь того. Ну вот мы у друга на ферме. Давайте посмотрим, что у него творится на ферме вообще. Ну что, у него такая ферма? Бункер уже скоро. А так у него даже техники мало. Да, у него тут... О, я не смогу, что я смотренько. Смогу. Только я не смогу знать, как... А, нет, у него уже собрано. Собирается. Ну вот, так вот. Да чё за подлаги? Твою же дивизию. Главное, чтобы она не лагала. Так что подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Ну и всему прочее. А я, наверное, пока выключу запись, чтобы мы с другом нормально поиграли. Всем пока.